Добрый день. Меня зовут Артемий Кабанцов, я отвечаю за развитие VMware Carbon Black. По данным Gartner Magic Quadrant for Endpoint Protection Platforms, в среднем злоумышленники до их раскрытия присутствуют более 180 дней в периметре организации. Все знают об антивирусах, которые называют еще Endpoint Security. VMware Carbon Black является лидером нового поколения антивирусов. Этот класс продуктов так и назвали – Next Generation Endpoint Security. В связи с коронавирусом и удаленной работой сотрудников, многие заказчики еще чаще сталкиваются с проблемами целенаправленных атак и кражу как учетных данных, так и информации, предоставляющей корпоративную ценность. VMware Carbon Black позволяет решить задачу по защите конечных устройств, таких как ноутбуки, серверная инфраструктура, офисные компьютеры, требуя минимальное количество вычислительных ресурсов и предоставляя детальную информацию о подозрительных процессах. Доступна облачная и on-premise версия. Endpoint стандарт помимо сигнатурного анализа также позволяет анализировать угрозы на уровне системных процессов и обмениваться найденными угрозами со всеми защищаемыми хостами. Audit and Remediation – решение для оценки и устранения несоответствий в режиме реального времени, которое обеспечивает инженеров информационной безопасности более быстрым и легким доступом к аудиту хостов внутри периметра и изменению состояния системы конечных точек в организации. Enterprise EDR – решение для поиска ранее неизвестных угроз и реагирования на инциденты, обеспечивает постоянную видимость всех системных процессов, как легитимных, так и злонамеренных, для ведущих центров безопасности. В On-Premise находится следующее решение. VMware Carbon Black Application Control позволяет обеспечить целостность системы путем создания списка программного обеспечения, разрешенного к использованию внутри организации. Уникальной особенностью данного решения является то, что поддерживаются операционные системы семейства Windows, которые на данный момент не поддерживаются разработчиком. Все решения предлагаются по подписке. Отдельно хочу отметить, что из коробки данный вендор предлагает более 120 готовых к использованию коннекторов, с помощью которых можно расширить функционал путем интеграции с уже существующими решениями информационной безопасности в компании. Примерная стоимость решения на 100 пользователей – от $8500 в год. Отличием VMware Carbon Black от конкурентов является комплексный подход к поиску инцидента, сигнатурный плюс поведенческий анализ, так и предоставляя удобный и функциональный интерфейс для устранения первопричины атаки на хост. Имеется в виду работа на уровне системных процессов. Отдельно хочу упомянуть о мультиплатформенности решения. Поддерживаются все основные операционные системы. У компании много пользователей в различных отраслях в нашем регионе. По запросу можем поделиться информацией. Для того, чтобы у вас была возможность убедиться в этом, мы предлагаем 25 дней бесплатного тестирования с предоставлением технических консультаций с нашей стороны. Мои контакты – kabantsov@softprom.com. Спасибо.